Широкое использование современных технологий в повседневной полицейской деятельности – одна из главных задач, поставленных главой государства перед полицией. Об этом на форуме в Астане рассказал министр внутренних дел Ержан Саденов. Он отметил, что цифровые решения не только помогают повышению эффективности работы стражи порядка по обеспечению безопасности граждан, но и дисциплинированию потенциальных нарушителей. Например, программа «Каргау», разработанная МВД, позволяет полицейскому выявлять дорожных правонарушителей. Уже в этом году с помощью системы по ориентировкам остановлено более 1700 машин. Уведомлено более 132 тысяч должников по штрафам, составлено порядка 12 тысяч административных протоколов на нарушителей. Выявлено 65 автомашин с подложными номерами, а также более 500 водителей, ранее лишенных прав. Для обеспечения общественной безопасности МВД работает над проектом коврового видеонаблюдения. Сейчас в стране функционирует 1 миллион 318 тысяч видеокамер, почти 300 тысяч из них подключены к центрам оперативного управления и дежурным частям полиции. С начала года с их помощью зафиксировано почти 100 тысяч административных правонарушений, раскрыто 1500 преступлений, выявлено 870 тысяч нарушений правил дорожного движения. Внедрено сплошное видеонаблюдение в местах лишения свободы. В 78 учреждениях установлено почти 40 тысяч видеокамер, в которых предусмотрены функции аналитики с распознаванием лиц, сигнализации о проникновении в запретные зоны и перекрытие объектива. Благодаря интеллектуальной системе в колониях предотвращено 4 попытки побега, 31 суицид, не допущено перерастание 9 конфликтных ситуаций в групповые драки и массовые беспорядки. Противодействие интернет-мошенничеству МВД контролируют особо. Сотрудники полиции напрямую взаимодействуют с банками и операторами сотовой связи. Совместно с последними поставлен технический заслон попыткам связи с подменных номеров. Благодаря проведенной работе заблокировано свыше 44 миллионов зарубежных звонков от аферистов. По данным министерства, это позволило сократить количество пострадавших от действий интернет-мошенников в 2,5 раза. На стадии вывода за пределы страны заблокировано порядка 246 миллионов тенге, а также возмещен ущерб на сумму 850 миллионов.